Так, 11 ноября 2020 год, Харьков, 5:51 по Киеву. Начинаем с Луны, потом будем ловить Меркурий. Совсем коротко остановлюсь на Луне. Резкость пробую подыскать. Да, ладно, поехали, а то сейчас за сиянием Меркурий наш исчезнет уже. За встающим солнцем, сияние встающего солнца. Так, это у нас Венера. А вот у нас редкий гость Меркурий. Каждую минуту он выше над горизонтом. И это хорошо. А то, что он теряется в зареве рассвета, это нехорошо. Ой, как оно размазано все. Сейчас будем резко искать. Увеличение 125 крат, поэтому любое касание объектива – это фотоаппарат. Вызывает такое дичайшее дрожание. Никакие. Все, не трогаю. Ну, видно фазу, четко видно, что скошен справа сверху Меркурий темнотой. То есть освещается, понятно, снизу, слева солнцем. Красота. Пошли к Венере, чтобы всю нашу Троицу зафиксировал. Надо, наверное, хоть один фотокадр сделать. Это наши триады. Так хорошо они в линию стали. Луна, Венера и Меркурий. Ну, все равно пересвечена, конечно, Венера. Да, ну лучше, наверное, не получится. Парадоксальным образом Венера лучше всего видна, когда в виде серпа, и свет от нее исходит не так много. Так, 11 ноября. год, Харьков.
Смотри, какая красота. Кратер. Пять 56 по Киеву. Ладушки. Сейчас снимем фотографию.